Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Уже в течение нескольких месяцев поклонники британской королевской семьи с тревогой следят за процессом лечения принцессы Уэльской, страдающей от рака. Кейт Миддлтон, кажется, отгородилась от внешнего мира, но новости, которые с ней связаны, все же просачиваются в СМИ. В отличие от своего тестя, Миддлтон не планировала делиться своим диагнозом и тем более записывать видео на эту тему. Ее принудило к этому общество, которое удивлялось, почему принцесса Уэльская надолго пропала. Но после раскрытия диагноза Миддлтон снова исчезла. В то же время в условиях семейных проблем принц Гарри стал все более активным. Известно, что герцог Сассекский, учитывая болезни Кейт и своего отца, стремится вернуться в Великобританию и помочь своим родственникам всем, чем может. Говорят, что объявление Миддлтон о своей болезни побудило брата ее мужа окончательно решить наладить отношения с семьей. Это отмечено в последнем сообщении о Кейт и ее семье, и именно так считают все исследователи королевской семьи. Тем временем все эксперты считают, что принц Уильям явно не желает близкого контакта с младшим братом. Говорят, что будущий король Великобритании не может простить Гарри его откровения в книге «Запасной», так что страсти в королевской семье все еще накаляются. Кроме того, Уильяму приходится столкнуться с множеством забот. Он вынужден балансировать между своими обязанностями и заботой о детях и больной супруге.